Ситуация с коронавирусом в Самаре под контролем, говорят специалисты. Но цифры по заболевшим продолжают расти. За предыдущую неделю в городе выявили 2444 случая заражения COVID-19. В сравнении с предыдущей неделей число выявленных заболевших увеличилось в абсолютных показателях на 1612 случаев в 2,9 раза. По уровню заболеваемости в сравнении с другими городами Самарской области на третьей неделе Самара лидирующее место занимает. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, заболеваемость растет во всех возрастных группах. Увеличение числа инфицированных практически в два раза замечено и у детей, в том числе до года. Также вторую неделю растет количество заболевших взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Особую обеспокоенность у членов оперштаба вызывает число ковид-больных на промышленных предприятиях. На прошлой неделе там зафиксировали 24,5% заболевших от общего числа работников. На этой практически 39%. Специалисты отметили, что уменьшилось число тяжелобольных коронавирусом, зато увеличилось количество тех, кто проходит лечение дома. Давайте поручим усилить внимание к этой категории, у нас к амбулаторным больным и к промышленным предприятиям. Это задача на текущую неделю до следующего штаба. Также члены оперштаба решили усилить количество проверок в учебных учреждениях. Школьников пока не будут переводить на дистанционное обучение. Что касается нового штамма «Омикрон», по состоянию на 25 января в Самаре выявили 41 случай. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.